В Николаеве погорел на взятке инспектор рыбоохранного патруля. Причем задержанный пытался скрыться от полиции вплавь. Чем закончилась водная погоня, расскажет Кирилл Ющишин. Все произошло несколько часов назад. На причал рыбоохранного патруля ворвались сотрудники УБЭП. Они пытались задержать начальника оперативного сектора управления Госагентства рыбного хозяйства в Николаевской области Николая Марченко. По версии полиции, минуты ранее он получил взятку от предпринимателя, который занимается промышленным выловом рыбы. Это была ежемесячная плата 10 тысяч гривен за то, чтобы рыбинспекция не проверяла предприятие. Но, увидев полицейских, Марченко прыгнул в воду и пытался скрыться. Оперативники не растерялись и последовали за ним. В итоге подозреваемого задержали. Полиция комментариев пока не дает. Дело в том, что инспектор рыбоохраны тоже сотрудник правоохранительного органа, а значит, дело должна вести областная прокуратура. Там нам сообщили, что материалы дела получат сегодня вечером. А в рыбоохранном патруле заявили, что полицейские действовали незаконно. Ни постановление суда, ни постановление следователя для проведения данных оперативно-розыскных мероприятий они не предоставили. Мы обратились на горячую линию Генеральной прокуратуры Украины. На сегодняшний момент, на данный момент, наше обращение зафиксировано. Мы вызвали также патрульную полицию. После заплыва и задержания Марченко стало плохо. Его увезла скорая помощь. Как рассказали нам в полиции, за рыбинспектором следили уже не один месяц и собрали достаточно доказательств. Завтра суд будет избирать ему меру пресечения. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, телеканал «Интер», Николаев.